бессовестные. Нигде их нет. Везде обыскала. Ни в домике нет, нигде нет. Ну ничего страшного. Я тебя сама найду. И без них справлюсь. Приду на тут. Звонить мне маме, не звонить. Где можно быть? Аня. О, Валентина Ивановна. Здравствуйте, смотрите, я вот фотки распечатала, мы с девочками расклеивали, ходили, а девочки меня кинули, представляете? Вот я теперь сама его ищу, вы мне поможете? Я, Даша, представляете, у иностранца вчера спросила, видел ли он этого человека, но он меня, походу, не понял. Смотрите, какой он красивый тут на фотке. О, Аня, давай уже... А лучше не могла найти, здесь же вообще его не видно. Да и вообще видно. На Витю он не похож. Да похож он. Да не, не Валентина видно. Ивановна, девочки мне то же самое сказали, но я так не считаю. То, что ты считаешь, Анечка, это одно. Где искала? Ходили вон там, вот за территорию выходили, где хотите, и возле речки искали, и нигде его нет. У охраны спрашивали? Нет, вроде. Сначала всегда нужно обращаться к кому? К полиции или к охране. Поняла? Или к вам, да. А не к иностранцам. Но я... Нет, я вот всех людей спрашивала. Вот я уверена, что ты даже не смогла спросить его. Что, ты хотя бы поздоровалась? Да, я сказала хеллоу, а он, типа, знаете, он такой, типа, ват. Я такая, босс не видел, потерялся, а он такой, ну, типа, не понимает меня. Я говорю, типа, understand, он такой, ну, он... Ну, так вот, understand, надо было учить английский. Ну, я знаю. Бессовестная. Не стыдно за тебя. Значит так, сейчас мы идем с тобой сначала в пансионате у охраны спросим. Угу. А если с охраной у нас ничего не сложится, тогда звоним уже в полицию. Валентина, а если с ним что случилось? Господи, ты его видела? Что с ним может случиться? Давай уже. Блин, я все равно не понимаю, зачем в такую рань вставать и вообще зачем я под кроватью спал? Видно, ты просто не понимаешь. Но под кроватью ты спал сегодня, потому что... Ну, я от Валентины Ивановны тебя прятала, я от Аньки. Ну, ты же не хочешь, например... Зачем? Ты учиться ж не хочешь? Ну, учиться не хочу, конечно. Ну вот, поэтому ты и спал под кроватью. А почему ты живешь отдельно от всех? Да нет, вообще я живу со всеми. Просто у меня ключи от этого домика есть. Ну там вообще отдельная история, короче, Витя, забери. Короче, мне пофиг. Дарина, я очень есть хочу. Прям вообще, ну не могу как есть. Сколько хочу. У тебя запросов, да ё-мы. Ну, не сегодня, сегодня ресторан выходной. В смысле не сегодня? Ну выходной. Я в гости приехал, меня даже не покормят. Я лучше к Валентине Ивановне пойду. Ах, ты к Валентине Ивановне пойдешь? В смысле, ну да. Ну будешь кушать, значит, кашу каждый день по утрам. Нет, мне, пожалуйста, шашлык, цезарь. Да и картошку по домашнему. С чесночком. А еще будут запросы? Мне, пожалуйста, полотенечко, ванную. Я хочу покупаться, потому что я очень завонялся после поезда. Я уже почувствовала. В смысле, я настолько сильно воняю? Не-не-не, не расстегивайся. Это, а где вот эта вот блондинка, вот эта, как ее там, Габриэла? А, так Габриэла, ее не отпустили родители, она дома сегодня будет. Ну нам и так вдвоем же хорошо, правильно? Зачем нам это Аня, Габриэла, Валентина Ивановна? Пойдем. Подожди, Дарина, а где она живет вообще? Да в соседнем номере, там, недалеко. Так давай к ним в гости зайдем. Пойдем. Да. Пойдем. А Габриэла? Тебе нужна эта Габриэла? Да, просто познакомиться. Пойдем. И здесь была, и тут была. Не вижу ни одного, чтобы развешивали. Где ты их клеила? Девочки, Валентина Ивановна, девочки, у меня забрали все вот эти вот фотографии, распечатки. Да, распечатки, и все. Они расклеили просто вот так вот по дереву, и все. Сказали, что там будет видно. Но я ходила, спрашивала. Ты слышала, что сказал охранник? Видели похожего, но не факт, что он, потому что он здесь на себя не похож. Видели похожего, значит, это зацепка, понимаете? 100% он был тут, и его видели тут, и все. Может, у него... Валентина Ивановна, вы не знаете, там стоит камера наблюдения? Может, мы попросим видео с камеры наблюдения и посмотрим, может, это был он? Вот, прекрасная идея. К главному охраннику. Как вкусно пахнет, ты слышишь это? Слышу, вижу. Нам не туда, мы за булочкой. Ты видела, там шашлык жарят? Да, нам булочку. Какая булочка? Максимум зачем булочка. Мне булочка? Дарин, скажи, зачем мне булочка? Максимум булочка, потому что... Там мясо готовят, купи мне мясо, вот прям готовят. У меня денег не хватит, там мяса. В смысле тебе денег не хватит? У тебя что, денег нету? Вит, не кричи, пожалуйста, хватит мне, но только у на булочку. У тебя что, денег нету? На булочку. Булочку. А на мясо что, денег нету? Булочку купим с сосиской. Зачем ты мне без денег? Ну скажи мне, пожалуйста. Булочку с сосиской поешь и нормально. Таких булочек, знаешь, у меня сколько, с сосисками, да? Да. А ну иди поешь. А ну давай, иди. У меня вообще-то есть деньги, понял? Да? Просто я экономлю. Молодец какой. Сосиску в тесте и точка. Я
интересно, как можно удалить всю информацию? Дилан, я говорю, он специально, наверное, он специально видел камеру. Ой, не специально, а просто увидел камеру и подошел к охраннику и сказал, чтобы удалили видео. Потому что он где-то тут прячется 100%. Ну это смешно, иметь 100 камер, ни в одной камере его не было, да? Это 100% был не он, Аня? Нет, это был он, я уверена в этом. Просто он сказал охраннику, чтобы тот удалил видео, чтобы вы его не нашли. Я уверена в этом. Все-таки думаю, это не он. Примечательность, так сказать. Что это такое вообще? Он... У него даже рука есть. Порванный конь. Дарин, у него дырка в жопе. Фу, Вить, меня это не интересует. Фу, Витя! Фу! Хрена коня распилили, я вообще не понимаю. Это стиль, это искусство. Какое искусство? Распиленный конь? Да. Или это памятник коню? Тут еще что-то написано. Экус флорис, ну, короче. Экус флорис, шморис. Мимикс. Короче, пофиг. Я есть хочу, ты не понимаешь? Где моя булка? Что ты меня к этому коню притащил? Я бы сейчас кусок этого коня просто съел. Фу, это блин. Железо. И как что? Ты его съел? Я настоящего съел, целого. Фу. Живого. Фу. Что тут фу? Фу. Фу. Я посмотрел бы на тебя, когда ты 2 дня не ел. Ну, съела бы шоколадку и наелась бы. Шоколадку? Шоколадку. Сама ешь свои шоколадки. Говорила сосиску в тесте, да? Или булку, сейчас будешь умничать, вообще ничего не куплю. Ведь поэтому пойдем и куплю сосиску в тесте. Только идем, пожалуйста. Пойдем. И можно побыстрее идти? Как будто мне надо. А, значит, мне надо. А что, мне надо? А мне надо? Аня, я устала ходить уже, честно. Надо идти в полицию. Ивановна. Ивановна. Ты спрашивала у людей, посмотри, здесь сколько торгует людей. Спрашивала, никто ничего не видел вообще, будто бы, я не знаю, будто бы этого человека в жизни нет вообще. Да потому что это, наверное, не он. Придумали. Да. Как непонятно это так? Что. Нет. Мы же его маме звонили. Она сказала, что он уже как 2 дня должен быть у нас. Как так? Последнее, это... давай идем еще в ресторан спросим. Угу. Если в ресторане нет, тогда в полицию. Хорошо. Хорошо? Да. Дарин, ну я сумасшедший есть просто хочу. Я уже не могу, я не выдерживаю этого. Я бы вот этот гриб просто взял бы, тяжелый, и бы съел. Да? Да. Молодец, я очень рада. Но ты понимаешь, что нету у меня столько денег. А, нет у тебя столько денег, да? Зато у меня есть. Да? Да. Я пойду и сам себя покормлю, да? Ясно? И пока. И меня, значит, покорми. А ты мне зачем нужна? В смысле, зачем нужна? Значит, ты спал. Подожди, я приехал в гости. Значит, кто должен кормить? Я никому ничего не должна. А, не должна. Ты хочешь? Тогда я пойду найду Аню. Согласна? Ах, ты мне сейчас, значит, будешь что-то еще шантажировать? Шантажировать? Чего шантажировать? Сиську в тесте хочешь? Хочу. У Ани денег нет. Она тебе ее точно. А мне кажется, у Ани есть деньги. Я с Аней живу. А я с ней по телефону разговаривал. Да что? Давно, да? Ну, давно. Но она сказала, что она откладывает деньги. Она специально откладывает деньги для меня. Да? Да. Что когда я приеду, она поведет меня в ресторан, она будет мне покупать вещи, айфоны последние. И, ну, Луи Виттон, и ты понял. Супер, короче. Я очень рада. У меня вообще-то есть деньги. Ага. 3, 4, 5, 6. Что ты в них купишь? Булку. Булку? Да. Какую? Ну, а сколько тут булка стоит? Точно не за 6. Пойдем. Деньги в жизни не главное, поняла? Где этот ресторан? Ну, вот же он, Валентина Ивановна. Ну, скорее всего, он. Ну, я так думаю. Да, это замок, а не ресторан. Это там ресторан внутри. Это типа так, я сделано. Очень натерла ноги. Давай я подержу твой прекрасный портрет, а ты иди ручечку подергай. Открыто там или нет? Господи. Ну, вот был же когда-то нормальный ученик. Нет, как пошло вот это с пацанами своими дворовыми гулять, так и все. Где он шляется, непонятно. Аня, быстрее! Господи, набираю всяких непонятных детей себе, а потом седая голова. Смотри. Иди назад. Вот эту рыбу я пожарил и съел, Дарина. Фу, я думаю, она будет невкусная. Посмотри, какие у нее зубы. Да ну прикинь, они как косточки будут хрустеть. Смотри, это получается корабль, а она такая большая. Ну да, и что? Ест корабль. Так ты бы ее не съел. Съел бы. Не съел бы. Целиком бы засунул, даже не жевал бы. Я тебе серьезно говорю. Жове! Ты прикинь, жареная рыбка на сковородочке или на огне, на мангале таким. Ты вообще представляешь эту тему? Ну, честно, такое себе. Что это за дядька?
Где этот ресторан? Скажи мне, пожалуйста. Да вот ресторан, ты что, слепой? Какой это ресторан? Да вот. Это гостиница какая-то. Читать научись, там написано ресторан. Ну какой-то он сильно дорогой ресторан. Чего дорогой? Ну ты платишь? Ты платишь, ты сказал, что у тебя деньги есть. Так у нас будет романтический ужин, ну, так... с вином. И ты оплачиваешь. С мясом. Оплачиваешь? Ты оплачиваешь. Ну я в гости приехал, ну, Дарин, ну любой подсоберись. Любой каприз за ваши деньги. Тут монеты! А это... Собирай! Да зачем я сама собираю монеты? Собирай! А может нам этого хватит, чтобы поесть? Там даже вон нормальный, я вижу. Короче, пофиг, погнал. Все. У меня же пятки болят, поняла? Ну, Валентина, ну, давайте тогда так, разделимся. Вы уж тогда в полицию, а я пойду еще у людей поспрашиваю. Может, ну кто-то что-то еще видел, хоть краешком глаз, я не знаю, может он хорошо, просто заблудился. Аня, мне надоело вот это ля-ля-ля твое. На, красоту свою неземную. Спасибо. Мне в другую сторону. Последняя монетка. Ну все, я теперь при бабках. Супер! Ой-ой-ой. Не теряй деньги. Ла-ла-ли, ла-ла-ла. Детка, мы теперь легальные люди. Купи себе Versace и не парься. Ладно, куплю себе хот-дог. Так, надо посчитать бабки. А, значит, 5. А ну помоги мне. Так, только не трогай. А куда сюда ложи. Сколько это? 7. 9. 14, 15, 20, 22, 23, 50. Нифига себе! Мне на хот-дог точно хватит, Дарин. И мне на хот-дог. Слушай, ну давай без вот этого. Нет, Витя, на два хот-дога хватит. Ладно, угощаю. Пошли в ресторан. Ну вот.